Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Гусева, компания Гусев Офис. Сегодня делаем обзор в формате видео, потому что были жалобы, что меня плохо слышно и не так хорошо видно. Поэтому будем в формате видео делать обзоры. Итак, друзья, мы получили очень красивые цветущие лекасты. Наверное, эти лекасты ни с чем нельзя сравнить, потому что цветок у них очень крупный и форма красивая. Ну вот сейчас он в полураспуске, это я думаю, что в коробке дня два как растение распустилось, и еще есть масса цветоносов. Вот эти растения поступят в открытую продажу, все доехали хорошо. Кстати, об аромате. Мы тогда распаковывали сейчас поставку, обнаружили лекасту, которая пахнет абрикосами. Я всегда считала, что лекасты пахнут, такие цветочные ароматы имеют, и пахнут больше кроси. А тут прям яркий, сочный абрикос. Тоже будет в наличии, прекрасная лекаста. Конечно, еще не распустилась она полностью, но уже видно, что все такая в крапушку. Красиво. Очень вкусно пахнет. Такой знакомый, что абрикос с чем-то, не могу понять, но прям аромат знакомый, где-то недавно его слышала. Так, сейчас я одну секундочку поставлю и будем продолжать. Также похожий сорт пришел, но немножко уже подвидает цветок, но все-таки видите, насколько крупные цветы у лекаст. Вот я не отличаюсь маленькой ладошкой. Скажем так, даже сейчас возьмем линейку ради интереса, чтобы посмотреть, сколько сантиметров будет цветок у лекаст. Так, замеряем, друзья мои, вот в расправленном как раз виде, приплюснутом. Ну, вот почти 15. То есть вот 15 фактически, чтобы быть точным. Ну, так, наверное, сантиметров 11-то точно будет. Очень красивая. Крупная по лекастам из цветущих, которые бронировали. Тоже есть вот такая вот красота. Поедет в Москву. Так, сейчас мне, чтобы дырочки не перепутать. И такая вот красота называется гибрид. Название гибрида соль Демети. На лекаста. Смотрите, какой неповторимый у нее окрас. Она такая кораллово-кирпичная в розовый. И вот этот белый воротничок на губе. Вернее, не на губе, а на петалях. Губа желтая. Сейчас приоткрою, покажу. До чего красиво, эффектно. И вот эти вот белые воротничок на петалях. Интересное растение, красивое. Ну, эффектные для коллекции. Лекарств, конечно, очень много. В этом году мы изменили немножко по работе с лекарствами, по заказу на лекарства. Теперь у нас есть закрытый чат, куда мы приглашаем своих постоянных клиентов, чтобы у них была возможность выбрать непосредственно онлайн на ферме понравившиеся растения. Но эта опция доступна только для постоянных наших покупателей, которые берут у нас лекасты и которые хотят определенное растение. Не для всех клиентов эта опция есть, но если вы будете нашим постоянным покупателем, вы будете приобретать у нас растения, то, конечно, мы вас пригласим в этот чат, и вы сможете выбрать и фрагмипедиумы, и лекасты напрямую с фермы поставщика. Что касается фрагмипедиумов, посмотрите, какие фраги прошли. Очень много в этот раз в поставке фрагов с цветоносами. Редкое зрелище, конечно, когда раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну и тут еще цветоносик, шесть бутонов растет, не знаю, вытянет, нет. Это фрагмипедиум Фортуна. Их два растения было заказано. Где-то тут у меня еще второй приличный такой же кустик без цветоносов, но тем не менее в хорошем качестве пришли растения. QF Мария пришла.
тоже несколько их штук. Какие-то с цветоносом, какие-то без цветоноса. Ну, примерно в одном качестве. Растение надо немножко отпоить будет. Не знаю, вытянет бутон, не вытянет, но все прекрасные, красивые. Так, что еще мы имеем? Мы имеем вот такой вот интересный сорт Les Verinas. Их несколько. Они также были по предварительному онлайн-бронированию. Еще один вот Fortuna, который вот был с цветоносами. А это просто взрослое растение. Такое кустище тут. Даже я не знаю, сколько розеток. Но розеток много. И это радует. Так, из редкостей. Из редкости у нас, кстати, вот тоже Les Verinas с цветоносами. Из редкости пришли профессор Брайан. Был с цветоносом, но засушил, видимо, бутончики. Видите, не всегда 50 на 50. Какие-то растения хорошо доходят, какие-то сушат бутоны. Когда вы меня просите, Анна, привезите мне, пожалуйста, растения с бутоном. Вот себе не был с бутоном, но открывали, сбросил бутончик. Растет, конечно, тут еще что-то, и, возможно, что процветет, но тем не менее. Из редкости вот такие вот мусипусечки, их две штуки. Одна сохранила бутончик, но не знаю, процветет, не процветет. Это гибрид Фишери на манзури. Или что такое? Манзури. В общем, для тех, кто разбирается, я думаю, что вы поймете. Так, что у нас еще из редкого? Вот такой вот вариант от Экоджинера. Тоже красавчик. Но вот надо отпаивать. Корни есть. Дальше продолжаем. Смотрите, какая красота с цветоносом. Их целых две штучки. И тот, и другой с цветоносом. Но они все заняты. Было у нас предбронирование. Мне кажется, что они все в группе уже сведены. Да, вот 5 или 6 штук. Юэф Мария уже показывала я вам. Так, еще один. Видите, все взрослые. Что-то уже цветущее, что-то начинает зацветать. Так, вот такой вот профессор еще один. Нижние листики, к сожалению, немножко подобрели. Но это не страшно, зато есть живой такой вот бутончик. Прекрасный бутончик. Вот такой вот еще интересный новый сорт. До этого мы не возили его. Их два растения будет. Сейчас мы аккуратно вытащим второе, чтобы ничего не сломать. На эту поставку не было у нас открыто предзаказа, потому что везли мы ее в августе. И в основном тут у нас очень большое количество лекарств. Лекарств даже я вот сказать не могу сколько, потому что их реально много. И все они достаточно крупные, то есть хорошая куртина, выбирали с фермы. Лучшее, что есть из цветущих вариантов, и только можно было выбрать и предложить. В общем, все хорошие есть, вот с бутончиками варианты. Ждем вас в гости за покупками. Мы находимся в Санкт-Петербурге, Полюстровский проспект 59. Что касается отправки, вот эта неделя и ближайшая неделя обещают у нас заморозки. И, честно говоря, что-то я как-то опасаюсь отправлять, потому что, несмотря на то, что СДЭК возит в Москву теплые машины, все-таки как-то мне страшновато. Мы отправляем до минус 5, до минус 10 градусов. Вот так вот. Поэтому смотрите температуру в своем регионе. Если нужна будет небольшая передержка до теплого окна, мы лучше перестрахуемся и передержим растения. Все растения будут посажены в качественный субстрат, в свежие новенькие горшки. Поэтому, если кому-то необходимо передержать до теплого окна, не стесняйтесь, пишите.
завтра, я думаю, что и послезавтра свободные растения мы посадим все и выставим в продажу на нашем сайте gusiporchis.ru, а также в нашей группе ВКонтакте. Следите за новостями. Ну, конечно, всех была рада видеть. Спасибо, что приходите на канал и смотрите видео, а также прямые эфиры. Все, друзья мои, до новых встреч. Пока-пока.